Три победы из трех. Брачанин Александр Зубков пока показывает 100% результат в Кубке мира по бобслею в соревнованиях четверок. На прошедшем в канадском Уистлере очередном этапе Кубка мира экипаж в составе пилота Зубкова, а также разгоняющих Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайла и Максима Макроусова вновь завоевал золото. Напомним, ранее Зубков становился первым на двух американских этапах. Стоит отметить, что в Канаде за счет второй попытки преимущество главного российского экипажа над конкурентами оказалось подавляющим. Так, четверка Зубкова опередила канадский и американский квартеты на 54 и 60 сотых секунды соответственно. Хозяева трассы и бобслисты из США заняли третье и четвертое места. Серебро досталось еще одному российскому экипажу – четверке брачанина Александра Касьянова. Для него это первое попадание на пьедестал в розыгрыше нынешнего Кубка мира. Добавим, что на стартах в Канаде Александр Зубков отличился и в заездах двоек. Вместе с разгоняющим Дмитрием Труненковым в этой дисциплине он занял третье место впервые в сезоне. Североамериканские этапы Кубка мира на этом завершены. Сейчас у спортсменов перерыв. К соревнованиям Александр Зубков и Александр Касьянов вернутся 7 декабря. Четвертый этап Кубка мира по бобслею состоится в немецком Винтерберге.